Вот вчера писал целый день сообщения, никто мне не отвечает. Так что поеду уже в Латвию и там дальше уже посмотрим. Да, погодка сегодня шепчет. Если где-то увижу, где купаться можно, надо будет занырнуть. А так я уже почти на латвийской границе. Латвия. Не знаю, никогда не был, что это. Никакого контроля нету пока, не знаю. Может, вообще не будет никаких будок, постов. Пойду. Посижу на родине тунца, съем псковского. Меня в Москве солдатом даже называли, что вот, или кто-то там говорил, из армии идешь, да? Кстати, узнавал, в Латвии платят 900 евро в месяц, контрактная армия. Кстати, когда был в Пущино, нашел там пару пачек сигарет, им там лет 30, наверное. В Москве, когда в самом начале Москвы был, мне надо было на метро ехать, у меня не хватало денег. Ну, в общем, смотрю, стоят 20-30 кавказцев. Я подхожу, говорю, вот две пачки сигарет, купите мне. Просто на метро 40 рублей хотя бы дайте. Купили, 100 рублей дали. Сначала не хотели покупать, думали, о, что за сигареты. Один такой читает, Made in India. И взяли. Меня дед подвез на старой Ладе. И, по-моему, что-то немного не туда. Ни одной машины почти нет. Надо было туда, где шоссе, там. Постою тут. Туда не хочу идти, жара. Да, машин совсем нету, придется идти по этой жаре. А, автостоп. Хорошо, ребята из Эстонии дали мне бутылку воды, так бы я, наверное, уже помер тут. Жарень, конечно. Искупаться потом, я приеду в Лудзе, уже там искупаюсь. Меня подвезли, тут озеро было рядом, не хочу и вещи оставлять, и на время терять. Понятно? Да, после России тут машин, конечно, раз, два, три. Плюс еще около миллиона, наверное, уехало работать за границу. К цели дойдет тот, кто хотя бы ползет. Мне осталось 30 километров. Всем привет! Я отдохнул в Латвии немного и уже еду в Литву. Мне до Вильнюса осталось 150 километров. Там я чисто переночую и потом поеду, пока не скажу куда. Вот такая погодка. В Литве меня взяли пока две машины. Один BMW X там какой-то. И потом на Мерседесе поехал. Вот тут такие машины. А дождь прямо из самой Латвии. Дождь прямо из самой Латвии за мной идет. Хорошо, что дождь косой. И я как бы встал. Тут крыши почти нет, но спасает.